Выбор вуза – нелегкая задача. Как не ошибиться с будущей специальностью, какой университет выбрать? От ответа на эти вопросы зависит не только уровень образования, но и дальнейшая карьера будущего специалиста. Чтобы помочь абитуриенту определиться с выбором, каждый год РУДН проводит День абитуриента. Я решил поступить в РУДН на медицинский факультет, чтобы помимо практики своей профессии, своей будущей специальности на русском языке, чтобы я ее практиковал еще на английском языке, чтобы, возможно, появилась стажировка за границей. В всяком случае, это интереснее, чем быть привязанным к одному месту. В первую очередь я выбирал РУДН из-за международных программ, потому что практика за границей – это, я считаю, одно из самых интересных, что может предоставить вуз. Получить ответы на все интересующие вопросы, более подробно познакомиться с кампусом, а самое главное – почувствовать себя почти полноценным студентом самого интернационального университета мира, такая возможность ежегодно предоставляется абитуриентам РУДН в период приемной кампании. Сегодня стоит отметить прекрасную погоду для такого замечательного мероприятия, как День абитуриента. Я на самом деле счастлив, что я сюда поступаю, потому что здесь я найду все, что мне нужно для дальнейшей моей жизни. Интересующий меня факультет, интересующие меня ребята, абсолютно разные по-разному разные ребята. В перспективе хорошая работа, а в настоящем времени возможность для самореализации, для игры, например, на гитаре с ребятами, для каких-то коллективных собраний. В общем, здесь я буду хорошо проводить время и счастлив обучаться в этом заведении. Космос знаний и множество профессий, студенты со всего мира, программы двойных дипломов, практики и стажировки, исследовательские проекты и научные лаборатории, разные виды спорта и здоровый образ жизни, новые друзья и насыщенная студенческая жизнь. Все это ждет абитуриента в Российском университете дружбы народов.